далеко, да? А! Сейчас гребешь. Зато сфоткал. Урон увеличен. Вот так вот. На тебе. О, еще кто-то там. Не, ну я делаю вывод, что надо не лениться и фоткать. Вот определенно. Потому что это реально помогает. Офигенски помогает. Чего у тебя в глазах мутится? Это камера? Это из-за камеры, да. А, так это бот не мой. Нет, это твой, а там чей? О, пятая камера, я, в смысле этот. Номер пятый, я же помню, что еще какой-то должен быть. Он тебе не взорвется прям под боком? А-а-а! Полюбуйтесь на эти... О, паук. Паук. А еще разочек. Ага, сейчас зафоткаем. Три раза, по-моему, да, можно? Не считала, сколько. Все, задание выполнено. Толстый. А! Вражеский? Нет. Вражеский? Да, вражеский. Ты где там? Ах ты, зараза. Ага. А-а-а. Пошел добивать его. Все, готов? Молодец. А там еще кто-то орет. А подожди, а где он? Мне аптечка нужна. Вот, вот он, паук. Хорошо. Где-то здесь еще можно было. Кто там музыку включил? Ну-ка. Быстро выключили. Что там в окошке? Интересного. Ничего. Город. Фантазия, конечно. Картечь, электрическая, класс. Она мне нравится. Все? Все. Так, теперь... Мины, ничего не могу взять. Ого! Бронебойные патроны. Картечь электрическая, Ева. Прям шикарно. А что там такое светится? Это просто свет, да? Через ящики, да, да, да. Угу. Ну все, пойдем отсюда. Да ой, тихо, ну хватит ты. Уже, выянить. Пьяная морда. Ну да, вообще странно. Пьешь ты, а пьяный вон. Удобно. Ну че пустые-то? Это у меня, что ли? Ну да. А давай-ка сохраним. Ну, вообще, роботу, скорее всего. Не усложняй все еще боль. Ах ты гад, а. Там к тебе граната летит. Угу. Еще разок. Есть. Может, не взорвется? Понял. Одна, похоже, не взорвалась. Ага, первая не взорвалась. Ах ты гад, ты моего... Ага. Тебе бежит. Давай, давай. А он на робота загрался. Толстый какой, а. Это при том, что урон повышен. Ай! А, слушай, это такая, которая при приближении взрывается. Нет, 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 нет. Она горит и потом взрывается. А, ясно. Она просто подкатилась так удачно. Так, ну что, куда дальше? К этому. Ой.
А ты чё пришел-то? Говорит, выходи, пойдем гулять. Интересно. Стучал такой. Здесь я был. Вообще, конечно, мерзко все это. С этими шприцами кровь это высасывают там. Угу. Животик складывают. Фух. А, нет, мы внизу были. Мы здесь везде были, получается. Все, нам надо возвращаться куда-то. Вот сюда. Вон задание. Да. Ага, понял. Вот, генный банк. Надо зайти. Это здесь, да? Ну-ка. Дайте ячейку. Физические, боевые тоники. Инженерный тоник, наверное, это был. Нет? Укротитель тревоги, скоростной взломщик. Нет. Физический тоник. Что у нас тут? Аптечка здоровья и взламывать. Взламывать здоровье. А, вот оно, шестое чувство. Поставить вместо аптечки, пока посмотреть, что будет. Не знаю. Не, не буду, не хочу. Хотя интересно. Ячейку надо еще одну. Ячейку, да. Просто вот этот набор меня очень устраивает. Где там это? С медведями, которые с подарочками. Ха, точно. Ничего не делаю, не буду больше ничего покупать. Подожди, я же взломывал его. Не взломывал. Без скидки так взял. Угу. Здрасте. Как это? А чё нет? А, понятно. Стрелков больше не надо. А! Ладно, я там полечусь. А! Не понял. А откуда он здесь? Не было же. Не было. Полечись. Тут камера была только. Камеру сломали, главное. А это точно это место? Не пойму. Ну да, пойди. Так вовремя. Ну да. Да, ну. Тут другого места не было. Точно, совершенно. Вот уж зануда, но красавица, каких мало, и я от нее без ума. Верно, Бог меня наказывает за то, что я притащил их с Патриком сюда. Я думал, мы тут заживем по-новому, но надо же быть таким болваном. Вот здесь камера была, вот на этой штуке. Да, но это вообще это неправильно, то, что они так берут и меняют просто. Ну, будь начеку. Аптечка, можно полечиться. Взломанная, взломанная. Непонятно. Чё орём? Выходи. А кто орал? А что происходит-то? А где он? Она была моя! А ну выходи и дерись со мной, ублюдок! О! Вот этих надо точно побольше. Че я их не фоткал-то до этого? О-о-о! Прям сразу уровень.
Урон увеличен. Ага. Чуть-чуть. Ну. Там еще внизу должен ходить. А где, которая там гранаты кидала? Может, здесь наверху? Ну ладно. Кто? Кто? Где? Да ёкала мане. Где она там болтает? Ой, давай ты это, с ружьем будешь лучше потом на паузе сменишь, это невозможно. Плывет все через... Перед глазами все плывет. Наверху все-таки, по-моему. Ну да. Вон она, башка торчит. Да фиг с ней. Да я тебя не вижу. Надо полечиться, сбегать. Так, нам куда я иду? Налево надо. Эти звуки странные. Мэри, что ты тут забыл? Где-то тут кто-то, слышишь? Да, я пришел, мне теперь прямо и налево. Песня поет. Никак не могу разобраться в своих чувствах. Опа. Давай телекинезом заберем. Ага, фиг. Ловушка. Определенно. Отгадает, кого ловушка, да? Кто поет? Вы можете потише, пожалуйста? Столько звуков. Я сохранюсь. Не помню, давно сохранялся или нет, но... Сохранюсь еще разочек. А давай как-нибудь снизу беремся. Чек нет. Где она? Не пойму. Ну, видимо, ждут, когда ты возьмешь тоник. Да, по-любому. Так, хорошо. Знаешь, что сейчас сделаю? Сфотографируешь, сходишь. Боишься меня, монстр! Я права? Не только. Я хочу еще с ним подружиться. И привезти туда. А можно еще, наверное, сделать вот так. Фотографировать. Ну ладно. Побежали. Топает так. Да ладно. Молнию взял? Молнию? Ну давай молнию возьмем. Крадущийся гаечный ключ.
Когда вы сражаетесь с теми, кто быстрее или сильнее вас, нужно использовать любое преимущество. Крадущийся гаечный ключ позволит вам одолеть любого противника, если удастся застать его врасплох. Подкрасться. Ну и да. По башке двинуть. А некуда. Моя роза, верните мне ее. Стой! Верните! Стой! Он увеличен. Хорошо. И еще разок можно было. Ага. Как вы ее роняете? Ух ты! А, еще немножко. О! Ничего себе! Ты прыгать. Куда она делась-то? Все, готово. Если их исследовать как надо, то одолеть потом совсем не трудно. А ну-ка, покажи нам свои снимки. Ща. Аптечку заберу. Интересно, есть? Пленка. Пленка. Пленки много, не буду пока тратиться. Ух ты, автовломщик, два штуки. И три Евы. Все, отпустила его. Ну ладно, хорошо, хоть не агрессивный. А то прикинь, мотаться от такого. По всему уровню. Бегать. Короче, это был такой мини-босс. Мы его очень удачно и успешно завалили. А, так я пришел куда надо. О, все. Нам вот сюда. Пока. Да, спасибо за помощь. Чую где-то подставу. Новая крыса здорово влипла. У тебя что-то есть для меня и моей команды? Или ты просто так явился? На критику нарываешься? Ну раз уж пришел, так я сейчас кофе сварганю. Стол накрою и все такое. Нормально. Вот и поговорили. Прежде чем отправиться на рыбзавод, послушай доброго совета. Старый персик, тот еще пройдоха. Держи ушки на макушке. Ага. Лед. Никто в мое логово с пушкой не заходит. Сперва сунь оружие в пневмотрубу, а уж потом я тебя впущу. Ага. Ага. Ну-ка, давай смотреть, как можно оставить оружие. Если такова цена, то придется платить. Но ведь он уже не сможет отнять твои плазмиды, верно? Не, ну это нечестно. Мы тут собирали. Все, так. Смотри, сейчас попробуем. Во-первых, огонь. Направленный взлом. Угу. Еще один фаворит в линейке генных тоников компании Superhacker. Направленный взлом распыляет ловушки в системах безопасности. Полная гарантия, или мы вернем вам деньги. Ничего не понял, что это дает. По-моему, вот эти все взломщики... На взломе вот эти вот бомбочки убираются, что ли? Я не знаю, я предполагаю. Распыляет ловушки. Возможно. Перегрузка меньше на два деления при взломе. Скоростной взломщик. Да, я даже не знаю. Так. Я так понимаю, сейчас взломывать надо будет.
А если вот этот лед растаять еще? Ничего там нет? Ничего нет. Ну, ладно. Поменять, может быть? Огонь. Не могу. А на что? На молнию. Или ты... А что ты, поменял? Телекинез? Нет, этот... система безопасности. А, ну, нормально. А как оставить оружие-то? Что придумать? Еще сосульки какие-то, смотри-ка. Ну, попробуй еще раз. Странно, по идее, должен туда сдаться. Нет, я не хочу сдавать туда оружие. А, ты думаешь, как схитрить? Да, оставить оружие, видишь? А, оставить оружие, в смысле, ему оставить оружие, понятно. Ну ладно. Не буду огонь менять. У тебя только гаечный ключ остался, да? Угу. Возможно, пригодится взлом-то. Смотрю, прям готовит меня. Надо же. Плюшкины. Ой, что-то здесь явно будет. Ну да. Для босс-баттла хорошее место. Ну так я зуб даю. Когда ваш босс выбрался из ада, так он дьяволу сказал, что скоро вернется обратно. И дьявол ему в ответ. Ну конечно, мистер Фонтейн, я вам придержу тепленькое местечко. Райан обещал, что Фонтейн превратится в прах, а теперь ты делаешь за него грязную работу. То есть Райан вроде как солгал, а ты... Ничего не видно. Я здесь сохранить еще, чтобы не бегать далеко. Атлас! Он был наш! Наш! А, вот он, красавчик. Ничего не вижу. Молнию и... Ага. Так. Ай-яй-яй. Еще один. Упс. А-а-а. Атлас! Он был наш! Готов? О, еще бегут. Пользуются только воры и контрабандисты, чтобы прятать подлодки. Скорее всего, вход в нее не так легко отыскать. Так они сбивают сыщиков со следа. Еще раз. Гадина. О. Еще прибежали. А или там, может быть, робот стреляет? Робот-робот, наверное. Так. Она на меня смотрит, вроде нет. Ага. Там аптечка нет. Слева может подойти, попробовать. Да какая разница, он слева и справа бьет. Ну полечись тогда. Так, одной проблемой меньше. Ага, аккуратненько.
Феечка. Идут? Нет? Похоже. Ее у меня! Найди местечко получше, монстр! Я не вижу тебя! Точно, у меня же есть пистолет. А вот на полу масло разлито, кстати. Аккуратнее. Угу. Ну или бензин, что это такое? Так, эти я не могу. Вон, заморожено, кстати. Видишь, что ящики во льду? Ага. Опасно. А вот слева еще лед. Да не похоже, но давай посмотрим. В принципе, может там что-то быть, конечно. Это выход просто, наверное. Да, не буду его открывать. О, Ева. Что такое? Не надо. В магазине ячейку тогда продавали? В собирателе. Угу. Понятно. Добро пожаловать в Распродаж! Она моя детка, а не твоя! Больно. Ага. А хотя нет, не так уж больно. Неприятно. Опасно тут. Неприятно. Неприятно, да. И что-то ничего тут нет. Угу. Не, здесь есть канистры, что могло бы помочь в битве, но мы их так раскидали. Ну все, получается. Все вроде, да, надо. Получается, вот сюда куда-то. Мы сейчас можем оружие обратно забрать. Да. Еще раз сохраниться. Точно. А что-то патронов у меня, по-моему. Отбавили, поотбирали, да? Немного, ага. Что такое? Все так и лезут сюда. Там что ли где-то? Еще один. О, сфотать. Точно. Еще.
еще не все. Улыбочку. Штраф. В движение. А! Видишь, он домовую кидает? Ага. Под ноги. Что ты его заглючил, а? Где сейчас рванет? Шоколадка. Какое закручивание гаек? Сейчас послушаем. Фонтейн закручивает гайки. И даже вдвое выжимает с нас по 80% прибыли. А иначе грозится сдать нас рай. Ну, если мы не заплатим. Сукин сын. Сэмми Джи выходит и мне говорит, что, пожалуй, пойдет к констеблю. А на другой день Сэмми Джи нашли в мешке на дне соленого пруда. Тут у нас выбора нет. Или держаться Фонтейна, или на виселицу. А если начать бузить, то кончим мы как Сэмми Джи. Должен же быть какой-то другой способ. И автозломщик. Лучше бы Еву дали. Да, пригодилось бы. Там напротив он еще, видишь, вверх. Угу. Картечи вообще нет, странно. Много же было оружия. Патронов. Вообще всего было много. О! Льда сколько? Что-то здесь не так. Ты не можешь все бросить. Фонтейн отыщет тебя. Эй, к черту Фонтейна! Фонтейна никто не может послать к черту. Он сам всех туда посылает. У тебя глюки какие-то. Я не пойму, это воспоминания какие-то или что? Тебе подсказали, видишь, проход какой. А мне сюда идти надо? Ну, видимо, больше некуда. Или есть куда еще? Погоди, а там снаружи было что-то. Сейчас. Да тут ничего не кладут. Кладут ни разу иногда. Иногда кладут всякие пироженки, мороженки. Иногда патроны. Вот это что такое тогда? Улучшить оружие? А-а-а, заблокируется автомат после улучшения. Нужно что-то одно выбирать. Угу. Я думаю, автомат на урон улучшить. Или скорострельность. Хотя дробовик, урон. Тоже прикольно. Да, тяжелый выбор. Автомат все-таки возьму. Такой прикольный стал, светится. Автомат выбрал, потому что хорош против всего. А все там, выходов больше нет, да, в зале в том? Нет, все, там больше ничего нет. Ничего нет. Отлично, дальше плыть будет легко. А я встречу тебя на месте.